Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и приключения Алёши Халецкого в мире The Outer Worlds продолжаются. В прошлой серии мы, в общем-то, занялись отстрелом всяких нехороших личностей, и вот сейчас я планирую продолжить этот квест «Кулак правосудия». Нам надо отнять только палец у Гийома Антрима. И пока давайте полюбуемся на эту красоту, конечно. На завод пока не пойду. Ой. Блин, подождите, я, кажется, себе что-то даже сломал, и это, наверное, будет сейчас влиять. Тут, короче, лучше не... Давайте глянем. Навыки, способности. Так, ну пока только репутация. Ну, сейчас была иконка такая. Я помню, что от сотрясения что-то происходило. Ладно. Пока потихоньку дальше пойдем. Где мы находимся? Давайте глянем. Геотермальную станцию обходим. Логово мародеров. Слушайте, я вот, кстати, не помню. Вот тут еще какое-то поселение. Ну, кстати, сюда заглянуть. Но это, видимо, по дороге сначала вот сюда зайти. Знаете, что плохо? Что невозможно метку никакую поставить для себя. То есть вот тут какая-то дорога, я бы туда заглянул. Кстати, смотрите, дорога даже подсвечена. Вау. То есть вот есть ощущение и какого-то прогресса с одной стороны, а с другой стороны запущенности. Все-таки вот над атмосферой игры очень хорошо поработали. Так, вроде никого не вижу. Давайте шариться по этому поселению. Блин, тут вскрывать надо. Ну, кстати, смотрите, не требуется... Тут навык 15 требуется, только навык, а не... Так, ну что, тут ничего нету вкусного. Кто-то валяется. Так, мне кажется, что сейчас... При входе мне потребуется немножко другое оружие, если там кто-то есть внутри. А там вполне кто-то может, да и должен быть. Опять взлом. Будь я здоров. Никого. Никого. Что это вообще за здание? Кстати, никак не отметилось на карте, что это. Куда я зашел? Там бедикстрим какой-то. Какую-то фигню собираю, пока, честно говоря, непонятно. О, тяжелые боеприпасы, это мне точно нужно. Надо посмотреть, надо начать пользоваться уже этими всякими штуками. Так, филе для тунца, давайте глянем. Ой, я могу, кстати, холодильник переносить. А, это я сюда могу что-то класть. Но опять же, блин, дурацкий перевод, конечно. Тоже ничего нету. Так, магничка. Так, а давайте глянем, какой у меня навык взлома, почему мне не получается. Вот, скрытие замков 15, ага. А надо больше. Слушайте, может мне незаметность начать вскрывать? Продавать вещи торговым этом... незаметность начать прокачивать. Я, наверное, в следующем апе начну незаметность прокачивать и дальний бой. Лидерство мне точно будет не надо. Так, и давайте еще глянем, что тут по еде. Скорость перезарядки тактического замедления времени 150. Блин, как бы вот это начать использовать. Так, значит, РБ у меня стоит. А, уклонение А два раза. Вот оно как работает. Видите, он сверху слева нарисовано. Так, и тут я давайте поставлю, наверное,
Вот как бы... Это я применил, да. А как сменить? О, это блок, между прочим. Это никак не меняется. Это удары. Вот, видите, вот этот стоит, да, ингалятор первым. Как вот их убрать отсюда? А вот медицинский ингалятор не убирается никак. А я хочу, чтобы у меня горячая клавиша... Вот оно что, Михалыч. Вот оно как работает. Все, я понял. Восстанавливается восстанавливается в течение 2 секунд. Следующим тогда поставим... Гудрожжи с сыром. Потом... Мучистый нарезной хлеб. Так будет, на ЛБ. Так, ладно, ставим обратно. Нет, все-таки надо, наверное... Мы еще тут не все открыли. Какие-то, блин, вещи валяются просто посреди местности. Заходишь, они, опа, тут все книжки такие яркие, что, кажется, надо брать. Это, наверное, мусор какой-то. Модификации пока не хочу использовать. Общее. Магничка, детали для оружия. Кстати, они какой-то вес не дают? Нет, не дают. И обходной шунт. Инструмент для взлома компьютеров. Это для задания. И это мусор. Видимо, я так понимаю, что мусор можно выбрасывать, продавать. А вес он занимает. Окей. Так. Пошли дальше. То есть эта территория никак на карте не отмечается. Еще вот хочу туда зайти, просто чтобы на карте появилось. Куда я иду, правильно? Да. Ботаническая лаборатория. Вот сюда чисто пока... О! Трупешник чей-то. О. Блин, не за... вообще не видно. Грейс Ромеро. Но это по квесту основному, я так понимаю. И вот приходит сила и чужак в чужой стране. Я пойду дальше кулак правосудия выполнять. Возвращаемся. Блин, столько трупов валяется везде. Так понимаешь, что этот хвост псиды можно везде будет продавать. Так, подходим к квесту, идем. Так, вот там кто-то ходит уже. Мародер. Где моя винтовка? Сохранимся. Так, псида. Готов. Ой. Это я... Что-то слишком много. Нормальный герой никогда не должен пугаться убегания.
мое мнение. Мне кажется, надо все-таки атаковать как-то из засады больше. Так, один ходит, надо более высокую позицию занять, мне кажется. Блин, ну... Дайте запрыгнуть. Не, ну вот то, что тут вот так вот скалы, что в воду нельзя зайти, что на скалы нельзя запрыгнуть, это, конечно, не дело. Видимо, ну, просто разработчики не смогли сделать, чтобы NPC сюда могли забираться. Поэтому они ограничили игрока в этом деле, мол, слишком читерно будет. То, конечно, тупо. Так, там ручная псида. Странно, что я через деревья могу целиться. Он ходит. Так. Ну, блин. Промах. Нет, ну почему перезарядка-то сейчас? Матываемся. Ну, в принципе, я могу и подраться. Все, ушли. Они вот сюда добежали и пошли обратно. Ну и где они, куда делись? Три псиды было, вон. Вижу. Так. Пять выстрелов у меня есть. Ладно. Куда они побежали? Что началось? Блин. Все. А как перезарядить? Но это еще не главный этот чувак. До главного чувака он еще 161 метр идти. Перегруз. Кстати. Так, что там из оружия можно разобрать?
Может, все-таки что-то из этого можно будет делать? Из этого хлама? Так, штурмовая винтовка. Первый уровень, пятый уровень, шестой. Ну, вот пятый и шестой уровень, конечно, мне жалко разбирать, прямо скажем. Эту винтовку давайте починим. Сто процентов состояние. Так, поехали дальше. Вот к лагерю зачистили вроде как. Одну собаку вижу. Ага, вон эти гуляют. Так, я понял. Давайте обойдем, наверное. И вот отсюда. Наверное, неплохо будет их перестрелять всех. Ага, отсюда хрен увидишь вообще. А вон он стоит, да? Это, наверное, лучше отсюда поработаем. Надо в голову. Блин. Сматываемся. Ой, а это кто? Я кого-то разбудил. Твою маму. Я даже не успеваю посмотреть, кто это. Так, я понял, это каких-то левых. Первобытный тяжелый. Так, я понял, с той стороны лучше не нападать. С той стороны как-то... Блин, я нашел, как оружие убирать. Просто долго на X нажимать. Так, будем с этой стороны атаковать тогда. Блин, тут что-то дыхание я слышу. Тут еще кого-то разбужу. Не, ну то, что они меня не преследуют, это, конечно, слегка дебильно. То есть просто стрелять и убегать. Так себе тактика. Ну, у меня как бы другого способа нету, а с другой стороны, их не должно вообще напрягать, что кто-то стреляет по ним, потом исчезает. Или с другой стороны, меня, может, не видят просто, они реагируют на выстрел. Ага, вот сейчас типа заметили, да?
Ну. Но он по кому-то пострелял и ушел обратно, да? Да. О. Чувак. Жалко, что у меня хедшот не получается. То есть там буквально чуть-чуть остается. Я попадаю в голову, но хитпоинты остаются. А, не, у него получилось. Тогда ладно. Можно, наверное, потихоньку спускаться. Ничего нету. Я слышу, кто-то топает. Или это я топаю? Так, это какой-то NPC. Дверь закрыта. Я слышу, кто-то дышит, отфыркивается, ходит, но самого животного почему-то не видно. Ага, вот он. В жопу прямо. Сорян. Так. Последний остался, чей палец, в общем-то. Да, очень. Ты, блин. Ты, блин. Ну ты меня из-за этой штуки не выманишь. Давайте-ка я приму обезболивающее. Ой, у тебя голова не защищена. Ослепление у него. Готов. Вот и все. Где твой пальчик? Ух ты, какая модифицированная тяжелая броня. Ну-ка. Чё к чему? Модифицированная тяжелая силовая броня Гефест. Тяжелое оружие плюс 5, навыки незаметности минус 5. Но с другой стороны... Подождите, а навыки незаметности это у нас что? Это как раз взломы, наверное, да? Да, жалко. Ладно, тогда разбираем пока. Вот это починить надо. А, деталей для брони не хватает. О. Блин, надо мне больше деталей для брони найти и починить тут все. Так, оружие пока можно убрать. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Ты что-то совсем запуталась, или может с катушек слет... Или за определенную плату, давайте. Oh, well, that's a shame. I mean, I could pay you in Adrena time, but I've already bartered most of my stash over to these poor saps. Она им продавала. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Хочу кое-что у тебя уточнить. Great at clarifying. Тебя держат в плену? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. Как ты умудрилась? I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but I'm sure that's got nothing to do with it. Как ты до сих пор не погибла? The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys?
The Marauders wouldn't hurt me, they love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. Natural charisma. Ты из Edgewater? I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Так, еще I've got all the time in Halcyon. А ничего больше спрашивать, ясно. Так, что вот у меня там плюс, видите? Все, ушел плюс. Был плюс к чему-то. Ну, что тут, куча зданий облутать надо теперь. Давайте с этого начнем. О, робот. Какие-то ячейки собираю. Я теперь перегруз. Детали для брони. Надо пойти квест, наверное, сдать. Получу уровень. Бегать, правда, теперь не могу. Так, что в снаряжении? Ну, это, пожалуй, все-таки разбирать будем. Энергетическим оружием я не буду пользоваться. Пистолетом, наверное, уже тоже. Да, винтовка, конечно, очень быстро ломается. Я совершенно недавно ее чинил, да, уже опять надо чинить. Блин, вот эти все модификации тоже вес. Так, мне нужен верстак, значит, чтобы модификации устанавливать. Так, тут закрыт проход. Тут тоже. А почему тут до сих пор деньги какие-то в кассах валяются? Мне, кстати, это и в Fallout прикалывало, что заходишь, и казалось бы, там уже все должно быть залутано. Нет. Деньги какие-то. Блин, надо уклонением научиться пользоваться. Хотя я такой неловкий в игре. Ну, то есть ловкость не прокачана. Слезы дервиша. Еще наверху. Просто красивый вид, да? Ух ты, плазменный резак, ну-ка. Что делает? Ага. Вот это красное, видимо, означает, что мне не хватает какого-то... какой-то характеристики, чтобы... Ну, вообще, урон 133. Навык одноручного ближнего боя. Урон 62, урон в минуту 8000, урон в секунду 133. Блин, ну я бы его взял. Давайте попробуем. Ну, работает все равно. Красивый, да? Зажигалка. Наверное, вряд ли она мне очень нужна тут.
И что, это поселение тоже никак на карте не обозначено? Просто заброшенная промзона. Ну давайте вернемся, сдадим квест. Edgewater. Хочу в магазин там еще зайти. Может, весь мусор продадим? Мне показалось, ли кто-то плакал. Been eating nothing but salt tuna for a year. Something to report? We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. He was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Интересно, а с мародерами как-то можно улучшать? Age 37, right or left-handed? Let's just say, no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Here we are. Birdie Cotton. Можно было по одному вообще пальцу с ним сдавать. Overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Приветливое отношение. Значок младшего заместителя констебля. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Почему столько людей ушло в мародеры? Spacer's Choice policy that all marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Marauders are folk who lost the will to keep working. Wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn marauder. None of them get my sympathy. Да, я уже слышал, что один из ваших работников застрелился. I recall young Eugene. Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much adrenotine. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of adrenotine. What's on your mind? Да, пожалуй, все. И что, не дали уровень? Блин, я же 2000 очков насобирал. Ну, елки-палки. Так, ладно, а что с этим значком делать? Его как-то можно использовать? Где он? Или это мусор? Ну, для задания официально признается. Ладно, давайте глянем, как у нас с репутацией. Ну вот дезертиры. А, ну дезертиры, они там еще будут сидеть. Дезертиры надо сходить. Положительное 38%, текущий статус приветливое. Цены торгов снижены на 5%. Вот теперь можно и в магазин сходить поторговать. Так, это завод. Это кантина. Ну, кстати, в кантине тоже, по-моему, что-то есть, нет? You tried the best, now coming right up. Торговать. Так, тут только выпивка, да? И починить даже могу. Ну, не так уж и дорого, в принципе, стоит. Так, хорошо, продать. Блин, а... Так это все нужное. А мусор я продать не могу, да? Нет, хлам могу продавать.
Ну, давайте все это продавать. Весь хлам продан. Так. Давайте все починим. процентов скидка, между прочим. Так, давайте теперь зайдем. А где верстак мы видели? У парикмахера нет. Вообще отмечено на карте. Вот верстак. Буфет. Магазин. Ну мне уже, наверное, в магазин не надо. Я хочу верстаком воспользоваться. Блин, что-то я теряюсь в этом городе, пока я все правильно вроде иду. Вон он, верстак. Так, использовать верстак. Чтобы установить модификацию, сначала выберите предмет, который хотите улучшить, затем выберите тип модификации. Наконец, выберите модификацию. Понял. Так, значит, сначала выбираем винтовку. Тип модификации у нас единственная. Дальность поражения оружия плюс 25%. Устанавливаем. Дальше. Магазины нету у нас ничего. Прицел в яблочко, а это рассеивание оружия. А если я это поставлю, тоже будет? Или он заменит? Ага, установлю модификацию. Если это новую модификацию, старая будет уничтожена. Понял. Нет, я лучше дальность оставлю. Все, тут мы установили. Сюда можно что-нибудь установить? Что-то в рукоятку. Прочность оружия плюс 25%. Скорость атаки. Да, вот это ставим. А сюда урон. Так, две модификации установлено. Гранатометом еще, кстати, не пользовались ни разу. Но мне... А, нет, есть модификация. Рассеивание... Вот, кстати, вот это как раз для автомата отлично будет. И для гранатомета что у нас тут? Критический урон и все. Давайте поставим. Ну, нормально. Так, теперь в броню что можно всунуть? А, ничего, никаких модификаций для брони нету. Ну, все. Пошли общаться с этими ребятами. Так, какие у нас тут задания? А, геотермальную электростанцию захватили автоматоны. Люди, чтобы вы проникли на станцию, сняли с одного из механизмов. Давайте, наверное, сюда пока зайдем. Проваленных у меня нету заданий. У нас есть возможность... Быстрое путешествие на геотермальную станцию. Как раз выполним этот квест и пошаримся по геотермальной станции. Потом займемся. Так, где я тут находил лаз? О, там что-то они. Так, давайте-ка мы. Все-таки винтовочка чудесная. Теперь у меня еще и дальность увеличена. Так, там вот ребята летят, но они это очень долго делают, по-моему. Так, примем лечилку. Thank you.
Они там друг с другом, что ли, подрались сейчас? Или мне показалось? Ой. Так, надо как-то повыше залезть, чтобы можно было по ним попадать. Чего они сейчас не считаются враждебными, интересно? А, вон он где ходит. Попадание. Так, отлично. Готов. Готов. Отлично. Я, наверное, мог, наверное, как-то через научную тоже их... Да ладно. Так. Я тут первый чувак. Детали для брони. Ага, детали для брони у нас с роботов снимаются, оказывается. А где тут еще один должен? Во. Вот они, по-моему, друг в друга стреляли. Вообще. Маховик. Маховик это, кстати... Нет, это еще не квест. Ой, мародеры, я смотрю, сюда заходили. Какая-то тазбольная карточка, наверное, собирание. Давайте глянем. Отключить защиту по периметру. Показать последние отчеты. Обновление системы безопасности критически отстают от графика. Ну, ничего интересного особо. Так, тут все... Ух, тут еще шкафчики можно... Так. У меня проблема, что все очень быстро. Так, значит, нам туда внутрь надо будет заходить. Ка, пошарюсь. Что тут у нас есть? И тут еще должен был быть робот, по-моему. Нет? Честно говоря... Я немного, ну, теряюсь с лутом здесь. То есть я не всегда понимаю, что вот это можно обыскать, а вот это просто хлам валяется. Ну, этого... По-моему, еще должен быть один. А, вот, вот этот, наверное. Да, я его тоже обыскал. Нет, вот. Точно. Так, пока не хочу заходить. Сейчас. Подождите. А, ученого убили. Но энергетические ячейки это явно для энергетического оружия. Я им не пользуюсь. Торговый автомат где? Блин, где торговый автомат? Я что-то я их нахожу постоянно, хотя на самом деле вот он. Ну-ка, что тут можно купить? Оружие, всякая фигня, броня. Так, броня эти 10. Хм. Навыки ближнего боя, правда, плюс. А тут взлом. Давайте, может, взять броню 9 со взломом. Шлем 10, средний навык к блоку. Блин, броня хорошая. Денег у меня дофига. Давайте возьмем броню.
Шлем, наверное, пока не буду. Это ничего не надо. Модификация брони «Соловьиный шаг». Громкость шагов меньше, радиус слышимости. Кстати. Давайте возьмем. Так, это я ничего не могу покупать пока. Так. Применяем, собственно, броню. И... А, модификации я пока не могу сюда вставлять. Взлом плюс 7. Так, ну это я, наверное, разберу тогда. Ой, давайте. Да. 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 И что у нас тут в хламе? Маховик. Вот это разбираем. Суставный привод. Куда-то я его дел. Не выбросил ли? Ладно, пошли дальше. Лутать. Войти невозможно. И тут ничего нет. Что-то есть. Так, все. Кажись, вокруг станции все облутано. Пошли внутрь. Да, пошли внутрь. Так, давайте резак сразу возьму. Пишут мне в комментариях, что типа с напарниками веселее, но... Это веселее так, как вам нравится играть. О, совсем чуть-чуть осталось до уровня. Мне нравится в такие игры одному. Мне будет просто с напарниками еще плюс соточка. Что за автомат нашел? Не слишком ли тут много автоматов? Торговых. Ну, тут ничего нового. Да, ничего нового. Слушайте, а вот с этой светящейся фигней в руке меня не лучше ли видно становится вообще? О, там кто-то ходит. Вау! Сорян. Мне нравится этой фигней нападать на них. Так, вон он там ходит. Пока ближним боем поработаем. Suspicious. Ну какая suspicious? Ну что ты сразу? Класс. Чувак сгорел на работе практически. Извините за каламбуры. Так, я тут буду, короче, в ближнем бою, видимо. Драться. Полезем наверх. Ладно. Полезем. Ничего. Ударный молот. Так, тут что? Тигра на ударный молот. Сравнить. Ну, урон меньше. Урон меньше, да. Тем более, что модификации наложены. Я заберу с собой, продадим потом. Так, что в терминале? Открыть дверь кабинета. Сообщение.
Данное письмо служит неофициальным уведомлением о неудовлетворенности вашей работы. Неофициальное уведомление о неудовлетворенности работы. Здесь с повышением расходов на персонал. Незамедлительно выберите 5 подчиненных для увольнения. Глубоко уважаемый член комитета, надеюсь, это письмо зайдет в хорошем благосостоянии. Эти, смотрите, если вам кажется, что вам плохо видно шрифт, то это специально сделано. Еще видите такие блики на экране. То есть хреновый монитор такой ретро. Ну, это фигня просто. Мы расследовали ваши претензии по поводу рентабельности предприятия и окрестностей. Комитет вынужден с вами согласиться. В сельском хозяйстве и рыбном промышленности наблюдается стойкая тенденция к спаду. Ну, в общем, постепенно завод пришел в упадок, я так понимаю. Какие-то местные шахматы. Так, это обратно выход, а кабинет управляющего это здесь. Что я вот открыл, я интересно, там? Будем ли мы вскрыть? Ну, давайте вскроем. Сколько мне там очков осталось до уровня? Так, рассматриваем все, что тут есть. Вниз спускаться. Опять с кем-то там драться придется. Тут больше ничего нету, да, вкусного? Это что? Слезы держат. Что вообще? Давайте глянем. Я постоянно говорю, давайте глянем на эти улучшения. Ну вот слезы дервиша. У меня столько их уже. Быстрота, скорость движения и скорость атаки в ближнем бою. Вот почему я это не использую? Использовать, выбираю вот это, и что происходит? И ничего не происходит. Ладно, пошли дальше. Так, тут что-то все искрится. Я хочу эту фигульку убить. Нет, не получится. Одежда рабочего. Наверное, можно как-то в него одеться, чтобы, типа, меня приняли за рабочего. Так, тут только со взломом можно пройти. Открыть дверь. Ввести пароль. А, пароль мне дали, по-моему, да? Личные дела. Личные записи Танака. Опять Честер Хиггинс отличился, поймал его за какой-то воздействие с автоматоном. Пришлось написать на него жалобу за порчу корпоративного имущества. Хочу напомнить себе, что я Хиггинса уже предупреждал. Это вот этот, который нас, собственно, послал. Я так понимаю, да? Компания меняет охранников на автоматонов. Таким темпом я скоро буду руководить пустым штатом. Случилось самое страшное. Автоматоны взбесились. Я пока закрылся тут, просто пытаюсь набраться храбрости. Соберусь духом и рвану в пункт управления. Если вернусь, запись удалю. Генерировано автоматически. Понятно. Все-таки взбесились автоматоны. Так, где-то там еще двое ходят. Шкафчик не могу вскрыть.
Что-то роботов не видать. Внизу ходят? Да, вон он. Надо, видимо, с винтовочки. Блин, я все гранатомет хочу использовать, и не получается. До свидания. Уровень? Нет? Нет еще, да ё-моё. Интересно, а можно, вот я помню в Fallout'е, может, надо проверить, кстати. В Fallout'е можно было подбираться к роботам сзади, и если у тебя прокачана наука высоко, то просто их отключать, или вообще на свою сторону может. А я тут как варвар бегаю, всех убиваю. Надо проверить. Думающая шляпа какая-то. Так. Опа, опа, вон робот. Так, он типа меня заметил. Отойдем. У меня просто громкие шаги. Так, теперь он не беспокоится. Идет в ту сторону. Сейчас попробуем сзади. Так, давайте я сохранюсь. Потому что если у меня хреново получится сзади. Чтобы меньше шуметь даже. Так сделаем. Нет, ничего не происходит. Вон тот меня заметил, видите? Может, потому что другой меня заметил, поэтому я не могу никак. Ой. Убили. Все-таки слишком самонадеянно было так лезть, но... Может, я как-то подошел не так, чтобы... Ну, я сзади точно подошел. Этот, которого я пытался взломать, меня не заметил. Давайте еще раз попробуем. Там просто вот выперся робот с той стороны. Да, видите, у него там начинается тревожность. Не-н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 е. Да, ладно. Надо мне одного убить, а второго попробовать взломать. Так, проверим. Хотя, наверное, тут все-таки это не работает по какой-то причине. Что меня расстраивает. Ой. Не туда пошел. Processing. А, или уже не выделываться, добить этого. Ой, ой. Блин, чуть не умер. Слушайте, их, вот этих тяжело было бить. Так. Делаем уровень. Наконец-то. Так, значит, я говорил, что дальний бой буду прокачивать. 5. Длинноствольная. И незаметность. Так, хорошо. Пока больше ничего не могу тут использовать. Вылечимся побыстрее. Хорошо, боеприпасы ничего не весят. Ну,
И что я сделал? Что-то включил. Непреодолимое желание нажимать на кнопки, если их видишь. Так, а где этот робот? Записи о ремонте. Компания присылала на станцию техников, чтобы переоснастить автоматонов. Только что закончил плановое обслуживание механических стражей. Их логические модули как-то странно модифицировали. Похоже, автоматонов специально модифицировали, чтобы они подняли восстание, да? Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. Hostile actions towards spacer's choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion: all hostile automechanicals must be defective in compliance with spacer's choice policy. О, он будет на моей стороне сражаться. Ну, отлично. Почему нет? Жалко, что других нельзя перепрограммировать, тем же заниматься. Ну, дай пройти. Что тут на втором этаже? Блин, я эту зверушку какая-нибудь замочу. Там вон еще какие-то злые ребята. Блин, опять не хватает. Пароль Честера. А где мне... Так, подождите, тут что-то было в снаряжении. Пароль электростанции, это у нас... Набор техника. Модификация для брони. Ладно. На терминале с геотермального завода упоминал, что один логический модуль лежит в запертой кладовке напротив по коридору. Найти ключ-карту от комнаты. Окей. А, вот он. Вот и охранник. Ручной пулемет. Так, как он работает? Круче, чем штурмовая винтовка. Так, сравнить сделаем. Это обрез вообще. Вот пулемет. Ручной пулемет 3-го уровня, штурмовая винтовка 5-го. Но ручной пулемет 320 урона в секунду делает. Но он, правда, тяжелое оружие, а у меня длинноствольное, я прокачиваю длинноствольное. Так что я, видимо... Наверное, оставлю пока этот пулемет. Все-таки. Так, подождите, так ключ Честера... Я, наверное, нет. Я думал, это я и взял ключ Честера. Ну, нет, так нет. Так, что у нас здесь? Этого мы убили. Тут кто-то есть.
not real. You're not real. Где ты? Откуда ты разговариваешь? Get away! Да блин. Модификация для брони. Вот он. No, just leave me alone. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Скрытность. Если бы у меня была скрытность. You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experienced brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. А это тот, кто начал убивать роботов. Да, не тот. Так, что у тебя за должность? Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Я лишь инженером был. I specialize in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom, just over in the next section. Раз ты работал над автоматонами, должен знать, как их остановить. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Давайте убеждение. Я разберусь с автоматонами. Сюда же я дошел. You remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Поведением автоматонов управляют логические модули. Кто-то их перепрограммировал. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. А вот Here, и пароль. Let me just write it down for you. Так, где можно найти логический модуль? Funny thing. I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief found me and confiscated the logic module. Да, это мы читали в письме. The tail. Спросим. Что случилось со станцией? Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Но тебя не убили. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Ты все это живешь Jimmy под землей? Opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Спасибо, Борис Савельев. Спасибо. И ты переключился на шприц. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Так, ну, можно... You mean... Мне пора. Ну, и мне пора. Закончу пока на этом серию. Продолжение зачистки станции, я думаю, завтра. Ну, а спонсором я планирую серию пораньше выложить. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!